Попытка номер много. Записываем видос, как убивать Мейса в Intrusion 2. Вот, Крабс периодически тормозит. Поэтому, в общем, играю на свой страх и риск. В общем, играю до первой смерти. Посмотрим, насколько я лох. Несмотря на то, что Contra Hardcore прохожу запросто, даже в японской версии. Аж самое интересное. Первая атака готова. Вот, если бы лазеры не подталкивали все эти бочки, было бы намного проще. Так получается, предметы, которые должны, по идее, помогать уворачиваться, они только мешают. Ой, забыл. Ну, что ты поделаешь. Не кусайся, злая черепаха. Так. Я думаю, разработчик игры очень любил играть в бадминтон. Злые валанчики тут атакуют со всех сторон. Ну, это забавно, да. Че, нужно ли так быстро? Нужно. Какой я лох. И одновременно неуклюжий. На самом деле, вот то, что видим мы сейчас, это чуть ли не самый эпичный босс вообще из всего, что я вот видел за свою жизнь из игр. Я, конечно, игр не так уж много переиграл, но вот именно из шутеров таких, ранганов. В общем, у меня был вообще страшный восторг, когда я впервые увидел, что за махина против меня выступает. Когда я выкладывал тизер, там был только маленький кусочек, показывающий саму эту коробочку. Надеюсь, оказалось намного круче. Ладно, пока не могу добраться до большого пальца, ломаю только ящичек. Подхилюсь, патрончики заберу. Эх. Засранец. Верни палец. Вот что делает с игрой грамотное использование 3DS Max'а и пакетов для рисования. Графа, ты говоришь, вообще классно. Ну, стопудня какой даже не замечаете. Вам будем пострелять. Робот, великий боксер. Снова волончики. Я думаю, медведи с Путиным были бы довольны увидеть это дело. Ну, вообще, поиграв в игру. Когда я играл в Contra Hardcore, когда с заднего плана прилетел этот огромный черный босс, расфигачил там все, я очень, не знаю, горевал от того, что он слишком просто убивался, что у него, ну как, не раскрыт потенциал босса был. Он был огромный, но при этом убивался с первой пушки, даже не успев кинуть ни одной машины. Вот. Я очень рад, что
Вап сделал так, что этот босс не просто кидается предметами. Он дофига всего может. Это реальная машина для убийства, а не просто так промежуточный полубосс. Ничего, побери, это круто. Такому даже проигрывать не стоит. Настолько он эпичен. Да, кстати, я сейчас записываю видос на свой страх и риск. Я не знаю, как там со звуком дело будет. Так что, если вы внезапно меня не услышите, это мне по барабану. Ау. Взрываюсь уже. Оп. Оп. Знаете песенку про хоп-ла-лайла? Вот приблизительно это я сейчас хотел забрать. Смешно, потому что я уворачиваюсь от лазера. Всякие школьники не могут пройти Мейса. Боже мой, что его там проходить? Да, подумаешь, ну часик помучится, он выучит все атаки. Все, давайте, дерзайте, побеждайте. Нет, надо там снимать гневные видео. Боже мой, какой тяжелый непроходимый босс. Играть научитесь. Как бы Devil May Cry проходили третий, ё-моё. О, это же большие пальцы. Хе-хе. Большой палец, большой палец. Замечательно. Как я удачно вообще собрался тут на горочке. Если ракета докасается до этой платформы, то платформа вниз опускается. А так как они попадают по обломкам самого робота, то платформа практически всегда остается сверху. И это круто. Это очень удобно для меня. Ай-яй-яй, бежим, бежим, бежим. Не стоп. Не успел убежать. Электрической хрени по башке не избежать. Давай меха, в котором можно залезть. Черт, нет. Радует, когда дается мех, в котором можно залезть. Чтобы на морду набить боссу. А, блин, даже что улетел. Блин, здесь. Блин, я оружие мое. А, я прилип. Мазила. Напоминаю знаменитую американскую игру, где надо там по отверстиям молотком бить. Как там герои не попадают, так и здесь не попадают мне. Вот как. Это все фаерболы. Пошел. Атака Тони Старка. У Тони Старка штуки были одноразовые. У этого босса, к сожалению, нет. Впервые удалось преодолеть эту атаку, чтобы меня не задел. Праздник какой-то. Вообще, этот фильм чудесный месяц. Бум. Вот теперь отправляем ракеты обратно к боссу. Это замечательно. Я не помню уже игр, в которых так можно делать. Ну, понятно, они есть, но тем не менее, помню я только вот эту. Вам-то хорошо, вам на видео можно смотреть, как ракеты летят там плавненько в него, как в него попадают. Я же сейчас смотрю только либо на героя, либо на прицел. Мне некогда рассматривать, как там все красиво происходит. Черт побери, я вам заеду за Францией. Я, понимаешь, играю, вы разглядываете все, вам тут хорошо, удобно, приятно. Эх, успеть. О, я замечательно. Пошли называть моды. Поехали. Получай в жбан, тварь. И ракеты тебе еще. Еще ракеты. Еще ракеты. Поехали. Получи, распишись, тварь. Ракета чуть не взрывается. Тони Старк, так. Да насрать. Порвем.
все. Все. Еще давай. Ну. Где ты там? Суперпауэр врубай, давай, босс, блин. Тоже мне босс, давай. О, нет, был я, какой босс. Да не страшно, ё-моё. На, все. И все. Это весь босс, замечательно. Шкалалу, отдыхайте и учитесь играть. Не надо мне тут ля-ля. Какой сложный босс, какой сложный босс. Не знаю, для вас может сложный. Вот, пожалуйста, прохождение Мейса на нормале. Intrusion 2, Mission Complete. Замечательно. Все, я молодец. Аврелий, ты провокатор, понял? Да. Все, замечательно. По традиции надо показать титры, как все делают. Не знаю, зачем я это сделал, но просто смотрите титры. Это здорово. Удивляйтесь, что игру сделал один человек. Идите на Steam, покупайте эту игру. Если вы скачали с ее стороны, то все равно идите на Steam, покупайте эту игру. Потому что она здоровская. Да, с вами был Икон. Я молодец. Я тоже пойду куплю эту игру. Goodbye.